Адам и Ева, Самсон, Геркулес, Святой Иероним в келье – эти другие подлинные гравюры Альбрехта Дюрера впервые выставлены в Ульяновском музее изобразительного искусства 20-21 веков. Я думаю, что это одно из главных художественных событий в жизни Ульяновска и Ульяновской области. Мы открываем выставку «Альбрехт Дюрер». Немецкая гравюра 15-16 веков. Альбрехт Дюрер в окружении своих современников. Из частной коллекции Владимира Гурьевича Беликова. Город Москва. Это очень известный коллекционер, просветитель. Всего на выставке представлено 103 работы 19 авторов эпохи Возрождения. Среди них гравюры Ганса Бургмайера, Михаэля Вальгемута, Ганса Гальбейна, Луки Кранаха и других. Мы здесь показываем и гравюры, станковые гравюры. И здесь на этой выставке представлены книжные гравюры. И это очень важная часть выставки, которая дает нам представление о развитии вот именно книжной графики, именно того времени. В экспозиции 23 произведения самого мастера. Альбрехт Дюрер сделал гравюру одним из самых популярных видов изобразительного искусства эпохи Возрождения. Он работал в технике ксилографии и глубокой гравюры. Он внес вот это новое совершенно представление, соединив, казалось бы, несоединимое религиозную доктрину со своим как бы земным существованием, со своей земной сутью именно у себя. Выставка открылась во время Дней Германии в Ульяновской области и стала возможным благодаря сотрудничеству и поддержке фонда «Ульяновск. Культурная столица» и посольства Германии. Каждый год, организуя Дни Германии, мы стараемся включить в него разнохарактерные мероприятия. Безусловно, жемчужина фестиваля этого года – это выставка Альбрехта Дюрера. Во всем мире в этом году празднуется его 550-летний юбилей со дня рождения. Интересно, что творчество Дюрера было настолько притягательно, что в разные века его и копировали, и подделывали. Но фальсификаторам его произведений грозило наказание. Такое решение вынес Нюрнбергский городской совет, когда художник обратился за помощью. Дюрер получил привилегии на издание своих гравюр. Так что в Ульяновске только подлинные работы знаменитого мастера эпохи Возрождения. Ирина Антонова, Герман Баранов, Улправда ТВ.